Накануне в Британии стартовали легендарные королевские скачки Royal Ascot. На ипподроме появились Карл III и королева Камила, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моци, графиня Софи, принцесса Анна, ее дочь Зара с мужем Майклом Тиндалом. Кейт Миддлтон и принц Уильям также присутствовали на ежегодных скачках в Аскоте вместе с другими членами королевской семьи. Для выхода в свет она выбрала ярко-красное платье Александр Маккуин и дополнила образ крупными серьгами и шляпой с цветком. Исторический экипаж доставил принца и принцессу Уэльских на события, следуя за каретой монарха и королевы консорта. Вместе с ними ехали кузина Уильяма, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моци, сообщает Page Six.